Так, всем привет, дорогие друзья, с вами Криптофтиев. Сегодня мы разберем рынок криптовалют, взглянем очень глубоко на биткоин доминанс, ну и также поговорим о альткоинах. Некоторые из них уже дали X3, некоторые, ну даже большинство хороших проектов дали X2, и, соответственно, еще пока что отката не было. То есть, в принципе, люди сейчас уже думают, и настроения на рынке такие, что нужно заходить на рынок. Но я считаю, что довольно-таки сейчас к этому нужно подойти очень серьезно. То есть, с одной стороны, у нас биткоин торгуется свыше 10 тысяч долларов. А это психологическая отметка, которая, в принципе, дает право нам заходить в лонг. Но мы уже и так в лонге до того, как биткоин достиг 9-8 тысяч долларов. И, соответственно, сейчас, если мы говорим про то, чтобы зайти на рынок криптовалют, нужно, конечно, набраться смелости. Почему? Потому что такие криптовалюты, как эфириум, они уже выросли на 100%, да. И, соответственно, нужно искать альткоины, которые еще недооцененные. То есть до этого я вам давал рекомендацию бесплатную, это Dogecoin, да, те, кто активно следят за моим каналом, они знают, что это было, да, естественно, думаю, что благодарны мне, а те, кто, в принципе, сейчас зашел на канал, то я думаю, что еще, в принципе, потенциально не поздно инвестировать или делать трейды с таким активом, именно биржевой монетой Binance Coin. Ссылка на биржу Binance будет в описании. То есть это монета, которая имеет потенциал для роста за счет функциональности биржи, топовой биржи, биржи Binance. И, соответственно, есть еще, в принципе, смысл ее купить, держать, в то же время участвовать в IEO. То есть есть побочные хорошие эффекты в том, что вы будете участвовать в IEO. И, соответственно, с помощью билетов там, опять-таки, участвовать в IEO и пытаться делать прибыль. И опять-таки, если мы говорим про хайп, то здесь определенно в 2019 году не было хайпа криптовалют. Если он будет в 2020 году с перехаем биткоина 20 тысяч долларов, то, соответственно, мы получим цену этого токена где-то 50 долларов за одну монету. Поэтому имеет смысл задуматься над этим, да. Если для вас дорого покупать биткоин, дорого покупать какую-либо другую криптовалюту, имеет место быть посмотреть на Binance Coin. То есть он сейчас недорого стоит, он стоил 39 долларов, почти 40. Поэтому, в принципе, решайте, где вы будете его покупать. В VIP я написал там пару слов о нем. Соответственно, там участники знают. Кстати, спонсор этого видеоролика. Сейчас одна из наиболее удачных инвестиций на крипторынке, что даст очень высокую прибыль и низкие риски, это проект BigETH.ru. В данном проекте вы можете кратно приумножить свою криптовалюту от 5 до 20% в сутки, то есть вполне сделать несколько иксов за месяц. Это один из самых надежных проектов на рынке, так как по итогу проверок несколько аудитов, все аудиты дали положительную оценку. Более того, чтобы доказать свою открытость и честность, администрация проекта добавила открытый исходный код проекта на сайте. К слову, по моей просьбе несколько знакомых специалистов проверили данный код и дали положительную оценку. Ссылка на проект в описании под роликом. Ну и что касается биткоин доминанс, если мы взглянем вглубь, то мы посмотрим, что здесь определенно есть линия поддержки. Это линия 63,5%, то есть еще потенциально можем еще сходить куда ниже, 62,77 это идет следующая линия поддержки, и, соответственно, 60 я бы взял процентов как психологический уровень, то есть то, что вы видите на экранах, это биткоин доминанции, соответственно, здесь мы пробили важный психологический уровень 66%, да. Он был пробит, он был пройден, и, соответственно, сейчас есть у нас карт-бланш и получение того, что биткоин, в принципе, здесь доминанс, мы видим по графику крест смерти, да, соответственно, биткоин доминанс будет опускаться, альткоины в то же время в связи с этим графиком, то есть они будут стрелять. Они будут еще расти, некоторые дадут в лучшем случае X2, да, те, которые не дали,
а в лучшем случае X3, X4, X5, X6, то есть в принципе в рамках там рынка, который имеется сейчас, в рамках рынка, который и в рамках тех цен, которые на монеты есть сейчас, то есть эфириум, он имел стоимость там $85. В последнее время на локальном снижении он был $117. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что эфириума X10 потенциал есть, это $1000 за один эфириум. Но это будет опять-таки не скоро, хотя цикл роста, цикл хорошего роста происходит месяц, да. То есть вот здесь мы видели, что практически последние рывки конкретные у эфира, как и у, в принципе, биткоина, они были месяц. То есть вот здесь месяц был конкретно рост с значения $380, и здесь эфириум-то сделал больше, чем X3, да. Таким образом, залетев на отметку $1300-$1400 за одну монету, то есть это максимальная отметка, поэтому, в принципе, потенциал есть. Если говорим про биткоин, потенциал прибыли buy and sell, не считая маржиналку, он мал, то есть, по сути, как я ранее отмечал, то есть на альткоинах мы очень хорошо заработали, с учетом того, что они к битку растут и показали рост в последнее время, да, то есть если мы говорим сейчас, то потенциал вот этих значений, да, это опять-таки где-то, опять-таки здесь хороший уровень сопротивления $10500, который нужно пройти, хорошо, это в принципе 4% прибыли. Если говорим о потенциале прибыли, то потенциал прибыли может быть в принципе очень неплохим. Ну, это примерно 33% с перехаем, то есть, опять-таки, очень сильная зона сопротивления, которая пойдет дальше, это уже $13700 за одну монету. Это, в принципе, вот то, что было у нас в июле, то есть, это свежие объемы, это свежий игрок, это все те же игроки крупные, да, соответственно, нужно преодолеть эту отметку. Если смотрим недельный, месячный, также сейчас график посмотрим. Если смотрим недельный, мы тут определенно растем. Сделали перехай, то есть закроем неделю выше, соответственно, будет плохо. Если говорим, значит, месяц, то определенно здесь, в принципе, неплохая формация на дальнейший рост. Даже, возможно, параболику. То есть параболика вполне здесь может быть. Ну и в то же время лонги здесь у нас очень хорошие. То есть определенно крупные игроки здесь стали в лонг. Да, когда их будут брить, это вопрос. То есть здесь будем уже исходить от $10000. Стопы, естественно, можно подготовить за $10000 и совершать не только какие-то локальные трейды, но, возможно, даже играть в какой-то средний срок. Да. А что касается, значит, новостей, то что свыше 40 немецких банков заинтересовались созданием сервиса для хранения криптовалют, то есть это говорит о том, что есть некий adoption, есть некое принятие криптовалют, и таким образом, в принципе, уже криптовалюты становятся неким вот кастодиальные сервисы BACT, да, он хранит криптовалюту для институциональных инвесторов, а это уже будут банки хранить криптовалюты для обычных граждан. То есть это уже о многом говорит. То есть это определенно позитивная новость. Это позитивная новость не только для биткоина, но и для такой криптовалюты, как эфириум. То есть здесь обозначены две криптовалюты биткоин и эфириум. Соответственно, если вы инвестируете в эфириум, вы не прогадаете. Потому что эта новость действительно очень хорошая. Если мы говорим про исследование, то что The Block, они, значит, продемонстрировали, что рынок биткоина, он же продемонстрировал редкий разворот настроений в январе, и в криптовалютах настрой определяется и определяет, конечно же, все. Почти все индикаторы выросли по сравнению с предыдущим месяцем, большинство достигло 6-месячных максимумов. То есть, по сути, биткоин и альткоины, они выросли, и сейчас мы видим настроение о том, что люди, конечно, верят в то, что это разворот, и опять-таки здесь и показывает биржа статистику, и мы видим, что действительно объемы поднялись. Если мы говорим про криптовалютный рынок, то объемы поднялись на таких монетах, и они очень гигантские, как Ethereum Classic, это 2 миллиарда, никогда таких объемов у Ethereum Classic не было, кстати, да, вот они сейчас появились.
определенно крупный игрок уже, конечно, пропампил эту монету, сейчас рисует объемы. Dash, которая уже пропамплена, ну и Tron, у которого, по-моему, объемы всегда такие, ну почти всегда. То есть 1 миллиард, я помню, что у Трона у него всегда такая, ну а так монетка, в принципе, не сильно живная, но в то же время она себя в этом булране показала, она не стояла в стороне, то есть, по сути, мы видим, что вот этот булран, который сейчас есть, в нем показали себя довольно-таки много проектов, некоторые еще X2 не сделали, есть еще потенциал роста, но практически вот все, которые могли себя зарекомендовать, показать, они это сделали. Ну и подводя итоги рынка криптовалют, что можно сказать? То есть, по сути, мы видим определенно сейчас бычий настрой, то есть определенно сейчас у нас биткоин, если закрепится свыше 10 тысяч долларов, можно говорить о том, что здесь определенно будет продолжать присутствовать бычий настрой и даже параболический рост вплоть до такой ситуации, что этот параболический рост сделает перехай биткоина локальный, который был зарекомендован, значит, в июне 2019 года, это именно 13 700 долларов. И в то же время мы увидим даже, возможно, движение биткоина на 17 тысяч долларов. В дальнейшем, если будет перехай 20 тысяч долларов, там уже мы увидим новый хайп криптовалют. Альткоины при таком значении биткоина будут стоить, конечно же, неплохих денег, очень хороших денег. То есть альткоины при таком значении биткоина сделают X10. И в то же время мы будем видеть триллион долларов капитализации рынка криптовалют. При этом биткоин доминанс может еще опускаться дальше. Но и опять-таки нужно отметить, что это все актуально перед халвингом, потому что после халвинга в мае пойдет небольшое снижение, скорее всего, оно так и будет, потому что толпу запрягут новостями о том, что уполовинивание у биткоина уже скоро. Ну и, соответственно, в принципе, мы увидим те, кто вот люди, в принципе, до этого купили биткоин, они увидят позитивные движения. В принципе, все на рынке будет очень хорошо для тех людей, которые вовремя успели купить криптовалюту. Всем удачи, всем пока и до новых встреч. Если вы желаете удачно инвестировать в свою крипту и кратно приумножить, советую ознакомиться с проектом bigeth.ru. Ссылка на проект в описании.